Дубровник. Старый город. Здесь все делают фоточки, селфочки. Здесь так все красиво, такие пальмы, лодочки в ряд. И остров, над которым мы недавно летали. Старинный мост, который поднимался раньше. Там под ним неприступная стена и ров. Механизм, видишь, который он сейчас не работает, а раньше он работал. О, вот здесь даже есть карта. Карта города. Но мы не будем смотреть, мы поедем так, наобум. О, там по стенам города гуляют люди. Какой-то собор. Магазинчики. О, женщина в национальном наряде. Продавать будет полотенце. Набережная, ресторанчики. О, центральная площадь. Ну вот и все, да? Нет. Что мы вам покажем, а? Это только начало. Не, я не буду все снимать, Злата. Да, я даю. Да, смотри, какие колонны. Вот Злата колонны увидела. Сейчас мы колонны снимем. Ай, какие колонны. Тут очередь стоит, в этот музей. Давай, нам тоже надо, да? Да, там сколько колонны. Все, занимай очередь. Я сейчас еще это сниму. И все. На этом как бы все. Если что-то там особо интересное мы там увидим, мы покажем. Тут в центре можно купить всевозможного дерева за сумасшедшие деньги. Дерево. Смотри, какие интересные подделки. Вот такой базарчик, короче. Сплошной дерев разный. И фрукты вроде бы какие-то есть. Есть даже питьевые фонтанчики. Можно вот у льва из пасти попить водички. Вот. Узкие улицы. Старые, престарые дома. Ну, как большинство домов здесь, в Хорватии, такая рухлядь старая. С обвалившимися крышами. Здесь вот некоторые дома, они настолько кривые, что кажется, что они рухнут сейчас. Вот этот дом, например. Вот он должен скоро свалиться сюда на голову кому-нибудь. Ну, это такой весь старинный стиль. Это так все круто. Фонарики под старину сделаны. Но они, конечно, не старинные. Вот, а тут какая-то лестница центральная.
Все здесь фоткаются, селфятся, садятся на ступени. Девочки обычно на ступенях, мальчики оттуда с фотоаппаратами и делают здесь фотографии на счастье сидящих дам своих прекрасных. Тут дед продает полотенца какие-то. Тут неизвестно, что продают. А, тоже полотенца. Ну вот, я как будто в Риме нахожусь. Сейчас я ощутил в таком каком-то таком обшарпанном, облезлом Риме. Пойдем? Будешь голубей гонять? Голуби вообще не пуганные, можно прям на космос. Маски и деньги. Нет, сначала деньги, значит, потом маски. Хлеба и зрелище, маска и деньги. Оба. Толкай. Тяни. Толкай, тяни. Ларчик просто открывался. Ну вот мы попали в какой-то храм, красотища какая, какие потолки подвесные, посмотри, как тут все круто. Ого, это пещера. Ну да. Как они ее сделали? Сохранили, знаешь, так. Поставили икону нормально. И за решетку. Очень так все помпезно. Оба. Она послушалась. Даже. Тысяча 140 какой-то там S год. Пятый или второй. А сюда почему-то никто не заходит, и очереди не стоят. Ни одного человека нету. Вот же странно. Видишь, исповедаоница. Исповедальница, короче, по-русски это будет звучать. Заходишь сюда в темную комнату, здесь тебя бьют по башке пустым мешком. Нет, на самом деле это не так. Вот. Короче, прикинь, я святой отец, да? Вот я надеваю вот эту вот... Вот этот пояс на себя надеваю. Что? Наверное, да? Наверное. И я же не буду тебя им никак наказывать. Или на тебя надеваю. Я, короче, не знаю точно, четко обряд. Короче, вот сюда на колени становись. Становись для фильма. Становись на колени, сюда локти, складывай вот так. Нижневай? Серьезно, всё. Тебе нижневай? Тихо, это тебе здесь не Таиланд. А, извините. Вот. Здесь я, святой отец, и говорю, да, обязательно. Ага. И говорю, давай, раскаивайся в своих грехах, что ты сделала плохого, ну рассказывай давай. Меня папа заставил сюда прийти, встать на колени, не знаю, что нужно делать. Просто сложи руки, встань на колени для фильма. Ладно, я отпускаю тебе твои грехи. Давай, все, иди. Следующий. Спасибо.
Спасибо. Следующее. Ну, да, и так быстро. Я тебе говорю, это история из жизни. Я вот, было такое прощенное воскресенье, да, я пошел в церковь, надо было там крестить ребенка одного, я решил очистить душу, рассказать о своих грехах. Но у меня их немного, там один такой был. И вот я отстоял огромную очередь, длиннющую очередь, отстоял туда к этому святому отцу, подошел, только собрал, я еще все время, пока мы стояли, думал, как я буду ему это, ну, рассказывать, эту, ну, историю, и как покороче, потому что очередь офигеть какая длинная. И вот, значит, подошел я к нему, и он меня сразу не стал даже слушать, что грешен. Я говорю, да, грешен. Ладно, говорит, отпускаю тебе твои грехи, иди с миром, следующий. Вот так вот происходило раскаяние мое единственное в жизни настоящее. Церковная школа, как мы сюда проникли, просто не было... Не было никого на входе, мы просочились. И вот ходим по этой школе, по этим, по классам. Пока нас не выгнали отсюда. Свечи. А только доски не вызывают, да? Вызывают они или не вызывают. Ну-ка, школьник, прочти ко мне молитву. Кросс годину наизусть. Учитель сам и проверяет, правильно или нет. Прочитал. Они потом играют и поют. Посмотрите, потолок у них падает, рушится. Потолки осыпаются. Какие жирные дети. Ох. Такая святая Дева Мария. Или кто там она, Магдалина? Вот такой интерьер, да, такой настраивает на святость. Такой злой тут дядька, такой способом. Он был из города маленький. Маг 120 уровня. Да, туда ладан, засовывают туда ладан, поджигают его, он тлеет. И настраивает детей, знаешь, на святой лад. Будешь играть? Я на ударных. Зашли вот в эти двери, они нам показались очень важными такими. Интересными. Да. Давай еще куда-нибудь зайдем. Пошли в этот самый внутренний сад. Двор, внутренний двор. Если открыто. Зашибись, открыто. О, у них едой пахнет. Может, пойдем поедим? На халяву. Надо сначала помолиться хорошенько. А, на хорватском? Извините, я не знаю. Да, я думаю, на любом пойдет. А может, пнёчку, да? Нас заметила Сесурити. 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 Сесурити нас заметила и сказала: «Приват!» И я ему говорю: «О, привет! Привет! Приват, привет!» В общем, с этим приветом нас выгнал. И сказал, что здесь находиться нельзя всяким из Германии посетителям. Почему-то он решил, что мы немцы. Может, он не любит немцев просто. Это русский. Мы-то?
Да, пожалуй, что немцы. За немцев принимают нас везде. Beautiful view. Пойдем смотреть? Пошли. Да? Да. Пойдем. Вот это у них как на Украине вышиванка, да? Хорватская вышиванка. 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 Супер вью. Супер вью. Супер гуд. Але супер гуд. Как на стену-то попасть? Как на стену попасть? Мы хотим на стену. Там все бродят по стене, мы тоже хотим. Может там вот. Ну как-то мы попадем, потому что это точно. Большой, да, город этот? Огромный. И все это обнесено такими стенами, неприступными. Смотри, какие здесь тараканы. Уже это таракан. Это полумертвый уже. Ну, я не знаю, какой он. Давай мертвый. Раздаем его. Нет, не трогайте его, пусть он себе ползет. Ну, вот. Может, он домой. А, домой к кому? Человек? К себе домой, к какому человеку? Человек ему только мешает. Тараканы, это хорошо. Не хочешь посмотреть на эти, на хостелы, на дешевые? Пошли посмотрим. Пускай покажут рум. Иди, скажи, что I want to see room. Скоро там. One day. Apartment. Это вообще, наверное, квартиры просто чьи-то. Нет, это не то. Вот я сниму, Злата, для тебя, как выглядит хостел. Вот такой вот за 50 евро, вот одно такое койко-место в сутки. Вот, и выходишь прямо через окно на улицу, без двери нету. Так выходишь и пошел. Весь старый город отдан под апартаменты. Везде домики, которые более-менее отремонтированы, ну, куда можно как-то там зайти. Они сдаются туристам. Некоторые домики, которые не отремонтированы. Но они тоже скоро будут сдаваться туристам. Ну, что там такое-то? Трещинку там заделать чуть-чуть, там подмазать чуть-чуть так. И все. Двери можно даже не менять, потому что двери такие старинные. Даже и очень даже и подходят. Немножко подмести здесь, наклеить обои и все. И можно запускать сюда туристов. Решетку вот такую я бы оставил, честно говоря. Даже ничего не стал бы, даже и цветы бы оставил бы. Да. Ну, вот здесь вот уже подмели. Смотри, даже не ремонтировали эту лестницу. Покрасил его. Да и все. Ну что, город огромный, заблудиться можно. Выход на стену мы так и не нашли. Короче, вышло солнце,
жаркое такое сейчас, она там жарит этих людей, которые тут по стене. Свернуть там некуда, магазинов на этой стене нету, тени нету, и мы решили, что мы не пойдем на эту стену. Еще какая-то выставка. Пойдешь, хочешь? Бух! Купаться? Купаться. Кстати, смотри, колеса деревянные. Колеса деревянные? Может быть? Да, может быть, конечно. Такую махину удерживают деревянные колеса. Из дерева даже дома строят, Злата, приколи. Открою тебе секрет. Не веришь мне? Все, нам старый город надоел уже, дальше некуда. Жарко здесь. Все здесь, людей здесь, короче, толпы. Затаскивают сюда этих туристов бедных, несчастных. И мучают их тут целый день.